В этот светлый праздник хотелось бы пожелать нашим коллегам только одного – это здоровья, крепкого здоровья, потому что все остальное в нашей жизни обязательно приложится. Я сравнительно недавно пришла на станцию переливания крови, буквально в сентябре 2016 года. И очень рада, что попала в такой дружелюбный, открытый и профессиональный коллектив. И очень приятно, что в наш профессиональный праздник и администрация отмечает наши заслуги, и департамент здравоохранения.